Вот. Мы пошли с Викой и Мотиком гулять. Тут везде маленькие ящерицы бегают. Да, Рэйчел? Тут у вас так тихо, вообще никого нет почти. Мы когда купаемся, там Миша включает радио, а мы или музыку, или что, или мы разговариваем. Папа, Вика, можно немножко лучше? Одна пришла, говорит. Можно немножко лучше? Да. Одна пришла, сосед говорит, говорим, что-то шумите. А Миша говорит, что на кладбище, чтобы здесь кладбище открыли.